Добрый день, мои зрители дорогие. С вами Юрич. Надеюсь, сейчас все запишется. Это уже третий дубль я пытаюсь записать. Тут пока меня 5 дней не было, на канале разгулялись тролляки. Причем меня не было не только на канале, да, меня не было, поскольку я утопил свой телефон и не смог ни в интернет выходить. Ну, помните, какие я там писал причины с энергетикой были, когда мне привезли все-таки повербанк, зарядки там и все остальное. Случилось, в общем, ну, видимо, Нептун не хотел, да, чтобы я делал с этого и духи воды, с этого места странного трансляции и прочее. И вот разгулялись у меня тролляки, которые обзывали почему-то автора уросом за то, что он эту недоделанную лодку, блин, Катабай-2, так окрестил. Ну, я вот сейчас вам покажу просто конкретную вещь. Вот транец, который двое мужиков снять не смогли со всеми ухищрениями. Так я его запаковал, вот сейчас буду решать проблему, как его разобрать. Это косяк был врожденный, я думал, просто разработается, но, к сожалению, оно разработалось в другую сторону. Если он раньше как-то двигался, хотя бы до половины, на всю величину я его так и не смог двигать, даже с той стороны заряжать, то, увы, вот. Ну, видимо, все-таки я там мерил, чуть-чуть перекос был вот с установкой, как бы вот этих защелок. Ну, в итоге оно вот разбухло или что-то и, в общем, повело, стало намертво. Это к вопросу, насколько он не уродец, да, насколько он функционален. То есть вот эти вот как песочек кольца, я уже показывал, кривые, мелкие недочеты, они в итоге все преимущества пользования этим кораблем сводят просто к геморрою, к откровенному. И, ну, устаешь от них. То есть, причем, как всегда, возникает в самый нужный момент проблема. Когда ты загрузил корабль, хочешь поставить удлинитель румпеля, у тебя заклинивает сидушку намертво просто. Ну, может, песочек туда попал. Ну, я так утрирую, отмазки это все. Не должно таких проблем быть. И все, и ты идешь без удлинителя, его убираешь просто. И попадаешь в шторм. То есть, а прошел я на нем 2 охеренных шторма, 2 дня катался. Ну, вот сейчас будет видос про то, что на берегу творилось. Это так, цветочки, короче. Зато вот могу похвалить корейский мотор, который владивостокцы продают, Микацу. Вот мотор отработал просто с 2 винтами, с его штатным грузовым и скоростным, который я купил, просто на 5 с плюсом. То есть ходил я, если первый день были некоторые волны 1,5 метра, то второй день я ходил с волной, блин, 2 метра. Я вот вчера, честно, пришел и просто... Первый вопрос был к ребятам на берегу, есть ли у вас водка. Потому что, ну, пройти такой вот, такие валы, и как бы вся надежда на мотор, потому что, ну, реально, просто стена воды идет, а речные волны, они не морские, они, у них 1/4 снизу округлая, остальное все вертикальная стена идет. И вот мотор не заглух, не подклинило его, не чихнул даже. Ну, не говоря о том, что расход бензина смешной просто. То есть расход бензина просто, когда приезжаешь после шторма, у тебя полбака еще. Ты думаешь, что уже все пожег. То есть для начинающих именно, не для того, чтобы гонять, а для того, чтобы вдумчиво, спокойно, надежно ходить. Вот этот вот мотор я, наверное, рекомендую. То есть вот он обкатан, уже в коробке лежит. Ну, просто сил нет. Сил нет на что-то больше я пока кинул, потому что... Это все, как говорится, еще нуждается в обслуживании. Так что остался я без телефона. И весь опыт, который отснятый, утонул. Передать я вам его, увы, не могу. Подтвердить могут только те, кто на берегу видел. Ну, вы мне поверьте. Юрич, угнать что-то это самое. В общем, пока я в стадии просто охреневания при возвращение на берег, в общем. Возвращаемся и мы. Ну, а кто там пишет всякие комменты? Вы бы лучше вместо того, чтобы писать комменты, блин, помогли по автору канала, на телефон скинулись. А ваши комменты дурацкие. У людей с пустыми каналами, которые там хвалят что-то абсолютно без
аргументов, да, ну, они просто обзывают автора сразу в бан, как бы без вопросов даже. Правила я писал уже 10 раз. И кто хочет, не надо смотреть фильмы по диагонали, да, кто хочет какую-то толковую информацию получить, вы будьте добры, но смотрите вдумчиво. Если ролик 40 минут, значит там 40 минут умных вещей, советов, как выжить, как не утонуть, блин, как в тайге там сделать бивак, а не трепотни на философские темы. Вот, кстати, палатка еще натурная, которая зарекомендовала себя куском, ну не куском говна, она отвратительно зарекомендовала себя для наших реальностей. Не потому, что палатка плохая, то есть она отличная, но не для наших условий. Поэтому вот по ней будет отдельный сюжет, но я ее там полфильма буду материть. Все, спасибо, как бы я тут, я жив-здоров. Пишите комменты. Извиняюсь за качество, снято на HD-камеру на экшен.